Музыкальную терапию начали проводить заключенными исправительной колонии номер 15 в Нижневартовске. Специалисты уверены, сеансы расслабления благотворно влияют на эмоциональное состояние осужденных, улучшают настроение и снижают тревожность. Терапию психологи проводят исключительно в сопровождении классических произведений известных композиторов – Чайковского, Шопена, Бетховена, Рахманинова и Баха. Чтобы внедрить методику, специалисты долго изучали ее эффективность. Как оказалось, музыка помогает нормализовать сон, влияет на вегетативные процессы и, как следствие, уменьшает риск рецидива преступлений.